Приветствую всех зрителей, приветствую тебя, Влад. Я думаю, что да. Так раньше времени, как бы, колумбийцев списывать со счетов и... Как ты думаешь, что-то будет арбитр накидывать там минутку-другую? Я думаю, что да. Сейчас супер опасный момент у сборной Колумбии. Добивание! Отличная атака колумбийца. Грудью встал на защиту своих ворот голкипер сборной Уругвая Муслера. А потом вот такое вот добивание из одного города и у них из одного маленького города под названием Сальто, и у них разница буквально в 3 недели. Ничего себе, момент! Сапата бил в ближний угол, очень коварный. Браво, Фернандо Муслера, классная подача. Здесь вновь борьбу у Хосе Марии Хименеса выигрывает Дуван Сапата. И здесь нужно только поблагодарить Фернандо Муслера. Ну, я бы еще отметил хорошую по качеству, удобную подачу со стороны Рафаэля Боре. Там и желтые, и красные, и команды уступали, и вели в счете. То одна, то другая. Все! 11-метровые нас ждут. Дэвинсон Санчес против Фернандо Муслеры. Похожим на удар Кавани, да? Это было, да, это было здорово. Хосе Мария Хименес! Не его сегодня день спасать Давид Оспина свою команду. Он бил, но и вот сейчас... И ну, здесь нужно смотреть. Здесь на самом деле нужно смотреть. На линии была нога? Да, была, была, да, была. Да, в момент удара левая, была левая нога. Нога цепляла линию, это хорошо видно было на последнем повторе. Молодец, конечно же, Оспина. Мина... Он так пытается еще воздействовать психологически на вратаря соперника. Вот такой вот разбег. Он и пробивает все-таки вратаря. Достает Муслера. Ну и, конечно же, танцы. Куда же без танцев колумбийских? Атлетико в этом сезоне. Удар поворотом. Ну, тут абсолютно все, спокойно все развел порядке, да. Мяч и вратаря. Удар воротом! Мигель Борха! Мигель Борха точен. Это 4-2. И если сейчас... С левой ноги будет бить. Удар! И все! Сборная Колумбии отправляется в полуфинал. Да, да, подтверждение ВАР. И Давид Оспина становится героем этого полуфинала. Сборная Аргентины. Начинали мы этот репортаж, рассуждая о том, кто фаворит. И большинство болельщиков и букмекеров сходились к тому, что все-таки фаворит сборная Уругвай. Но не тут-то было. В серии пенальти уругвайцы не сумели достойно противостоять колумбийцам.